Здравствуйте, друзья и гости канала Erzon Game. Сегодня мы в очередной раз посетим проект Prime Life. Посетим его для того, чтобы посмотреть на нововведения, уникальные решения, ну и еще что-нибудь, что есть на этом проекте. А есть что посмотреть на самом деле. И одно из таких занятий – это ведение частного собственного бизнеса. Выглядит это вот таким вот образом, как вы сейчас видите. В городе Кавала есть целый деловой квартал, в котором каждый игрок, абсолютно каждый, который достиг каких-то вершин развития на этом сервере, может приобрести себе бизнес. На данный момент есть 4 направления, в котором вы можете вести свои дела. Мы же рассмотрим одно направление, это автомобилестроение. Ну и как же это происходит? Допустим, вы достигли какого-то уровня, у вас есть деньги, вы уже состоятельный человек, вы просто покупаете себе вот такой вот бизнес. Выбираете одно из пока еще только 4 направлений, но по словам администрации, в дальнейшем, если это будет популярно, если кто-то еще захочет, то есть возможность для расширения направлений вот этого частного бизнеса. Итак, мы покупаем этот бизнес, и нам в комплект идет. Первое, это здание, офисное здание. Достаточно красивая, как вы уже могли, наверное, заметить. В этом офисном здании есть и сам непосредственно офис. Выглядит все это вот таким вот образом, достаточно красиво, антуражно и, можно сказать, лаконично. Это конференц-зал, если так его можете назвать. Здесь же, в этом же офисе, есть и ваше управление бизнесом. Выглядит все вот таким вот образом. То есть, вот в этом вот меню вы можете нанимать, повышать, и отслеживать какое-то количество того, что уже ваши работники насобирали, забили склад или уже сделали какую-то продукцию. Продукцию, естественно, надо будет делать разную. Ну, если мы берем автомобилестроительный бизнес, то значит нам будут поступать госзаказы на изготовление автомобилей. Нет, они не пойдут в народ, они пойдут вот именно непосредственно заказчику. После того, как вы выполните этот заказ. Также есть возможности по расширению бизнеса. Можно как расширять производственные мощности, вплоть до того, что ставить дочерние предприятия или филиалы. Также каждому из бизнес-направлений идет свое уникальное промышленное здание. Как вот, например, вот это. Ну, это направление автомобилестроения, поэтому вот выглядит оно так. Но у каждого направления, будь то оружейная или какая-то пищевая промышленность, здания абсолютно разные, оформление внутри абсолютно разное. Ну, вот наше выглядит вот таким вот образом. Здесь-то и будет происходить непосредственно сбор того самого заказа, который вам приходит. Ну, а если уж затрагивать механику работы этого бизнеса, то тут, наверное, ничего удивительного-то и не будет. Если вы уже играли в арму и понимаете, как это происходит, то тут, в общем-то, все то же самое. Собираем необходимое количество ресурсов, которое будет в списке заказа. Из этих ресурсов, соответственно, делаем изделия. Ну, если брать наше направление, то, естественно, автомобили. После того, как вы изготовили, то есть собрали все ресурсы и изготовили, заказ можно закрывать и получать за это деньги. Доступ ко всем ресурсам, к складам имеет каждый сотрудник. Каждый, кого вы наймете, может пользоваться этим складом, изготавливать, будь вы на месте или без вас, он может, в общем-то, делать самостоятельно. Таким образом, я могу сказать, что здесь, вот в этом бизнесе, очень многое поставлено именно на ролиплей. Тут нет такой автоматизации, что вот нажал на кнопочку и все произошло. Нет, здесь все на взаимоотношениях. Как вы будете подбирать сотрудников, какие сотрудники вам попадутся. Ну, то же самое можно сказать и о руководстве, да, какой будет руководитель, что он будет требовать и тому подобное. Разработчики создали базу для роли-плей игры. Так что приобретайте бизнес или устраивайтесь туда, и уже далее взаимоотношения будут складываться у вас так, как вы этого захотите. Хотите, отыграйте плохого работника, хотите, отыграйте злого гения руководителя. Все в ваших руках. Для этого разработчики создали вот такую вот базу, которую я вам только что показал. Ну и как вы понимаете, на проекте существуют не только гражданские, госслужащие или бизнесмены. Есть и повстанцы. И вот о них-то и хотелось бы поговорить, потому как на этом проекте сделана, на мой взгляд, уникальная система фарма для вот этого класса населения проекта.
Что же здесь интересного сделали? Ну и мы прекрасно понимаем, что на любом проекте, куда бы мы ни зашли, в общем-то, жизнь гражданского, который фармит, и жизнь повстанца, который тоже фармит, ничем не отличается. Отличаются только ресурсы. Гражданские добывают медь, уголь, там камень, ну а повстанцы добывают кокаин, героин, ну или какие там еще наркотики существуют. Так вот здесь сделана абсолютно другая, ни на что не похожая система фарма. Спойлерить не буду, по ходу моего разъяснения вы все поймете. Итак, что же надо сделать, чтобы стать повстанцем на этом проекте? А, в общем-то, ничего сложного. Идем, на точку, которая называется вербовка. Здесь вербуют повстанцев. Выглядит она вот таким вот образом. Проходим сюда. Здесь все так сделано достаточно антуражно. В общем-то, взят объект, он не просаживает FPS, все продумано. Поднимаемся на второй этаж, и здесь стоит NPC-шка, который, в общем-то, нам и нужен. Взаимодействуем с ним, и смотрите, что происходит. Нас автоматически перекидывает на зеленый слот. То есть игра сама сворачивается, я ничего не делаю. Я только взаимодействие нажал, и все. Игра сама свернулась и автоматически перекинула меня на зеленый слот. После перезахода зайти надо уже будет самостоятельно, нажать «Подключиться». Подключаемся на ту же точку, и, пожалуйста, у нас поменялась одежда. Правда, есть один такой небольшой нюансик. Все, что у меня было, пропало. Как бы вы отрекаетесь от всего, что с вами было ранее. И когда вы нажимаете «Согласиться», надо понимать, на что вы идете. То есть все, теперь я повстанец. У меня больше нет ничего, и надо все начинать сначала. Ну что ж, наш путь лежит в повстанческий лагерь. Надо сказать, неприступный повстанческий лагерь, где вы сможете приобрести все необходимое от одежды до оружия, автомобилей и тому подобное. Правда, надо тоже уточнить, что не все сразу вам будет доступно. Здесь тоже есть уровни, но они называются авторитет. Чем выше ваш авторитет, тем больше вам всего доступно. Авторитет можно добывать путем прокачивания или отсидки в тюрьме. Ну так или иначе, мы подошли к самому интересному. Повстанцу надо на что-то существовать. И если вы подумали, что сейчас я возьму тяпку и поеду на героиновую плантацию, не тут-то было. Здесь сделано по-другому. Вам нужно найти торговца. Торговец обозначен на карте, найти его несложно. Двигаемся вот в такое угрюмое место, находим его здесь, поднимаемся на второй этаж, и вот он. У этого торговца мы покупаем информацию. Информация стоит денег. Естественно, взаимодействуем с этим NPC-шкой. Он выдает нам табличку, с которой нам надо либо согласиться, либо нет. Естественно, соглашаемся, не зря же мы проделали этот путь. Нажимаем «Согласиться». И теперь у нас есть информация о человеке, который знает что-то о наркотиках. На карте высвечивается вот такая вот иконка. Туда-то нам и надо проследовать. А по координатам, которые нам дал информатор, нас ждет вот такой вот перец. Вот из этого перца-то нам и надо будет выбить информацию. Именно выбить. Для этого, конечно же, вам нужно оружие. Берем оружие и начинаем его дубасить. Каждый из этих NPC-шек, которые по лору должны знать информацию о наркотиках, выбивается по-разному. Вот этот выбился с 2 ударов. Следующий у меня выбился только с 10 ударов. Точки выпадают достаточно рандомно. Первые 2 точки на большом расстоянии. Это, в общем-то, можно заметить по карте. Видите, куда выпала 2-я точка? Следующие точки будут сужаться, пока мы не найдем то самое заветное место и не выбьем из них из всех эту информацию. Я точно не помню, по-моему, 5 информаторов надо вам будет отдубасить. 4 или 5, сейчас уже не помню. Каждый из них рандомный, абсолютно рандомный. Какие-то очень тугие, не хотят ничего говорить. Какие-то колются очень быстро. Но тем не менее придется вот таким вот образом проехаться по координатам и найти этих информаторов и выбить из них информацию о наркотиках. Вот таким вот интересным способом здесь разработчики заменили обычный фарм с тяпкой вот на такое интересное и, согласитесь, ну очень антуражное и подходящее по смыслу к деятельности повстанческой организации. Это вам не какие-то обиженные фермеры, это все-таки повстанцы. Поэтому они занимаются выбиванием информации о наркотиках. Подобной механики я не встречал ни на одном проекте. И вот как минимум это интереснее и свежее, чем идти и с той же тяпкой колбасить героин. Согласитесь, это интереснее, это свежо,
Это ново. И что не менее интересно, на этом приключения повстанца не заканчиваются. Мы пройдем по всем информаторам, выбьем из них информацию и вуаля! Вот она точка, где разбросана наркота. Вот как это выглядит. Опять не надо бегать тяпкой, ничего тяпать, не надо ничего перерабатывать, вести. Вот он, уже готовый наркотик. Собираем, ходим по полянке, собираем эти ящики. Правда, уж совсем без переработки не обошлось. В этих ящиках находится некий сырец наркотика, в колбах. Нам этот сырец надо собрать и отвезти обратно к тому торгашу, к которому мы приходили в самом начале, который нам давал информацию. А для чего же нам к нему надо возвращаться? А для того, чтобы арендовать через него лабораторию, которые тоже выполнены удивительным образом. Во-первых, это находится в ангаре. Почему в ангаре? А потому что таких рандомных лабораторий, есть на проекте 10 штук. Любая может рандомно вам выпасть. И полиция не сможет вас вычислить. Вычислить 10 ангаров, которые разбросаны по всей карте, практически невозможно. Ангар закрыт, и там находится вот такая вот лаборатория, в которой мы и будем варить вот этот вот некий героин, или, ну уж извините, я очень слаб в наркотиках, ну что-то мы вот начинаем здесь варить. Какой-то наркотик переделываем, перевариваем его или что-то. Смотрите, как это выглядит прикольно. Да, вот если сюда загнать машину, все это дело закрыть, вас даже с вертолета вычислить не смогут. Чтобы менты смогли вас вычислить, им надо знать все ангары и садиться с вертолета около каждого ангара, забегать, проверять. Это геморрой. Этим никто заниматься не будет. Чтобы ментам вас вычислить, им придется включать голову и отыгрывать какое-то РП. Не знаю, вот честно говоря, не знаю, как они будут с этим бороться, как они будут вычислять наркодилеров. Это достаточно сложно. Но для повстанца это сделано очень прикольно. Ну а после переработки нашего наркотика просто едем и продаем его на точку продажи нелегального ресурса. Вот одно из направлений развития и интересного, на мой взгляд, фарма для повстанца. Хотя никто не отменяет и остальные ресурсы. Так, например, на этом проекте есть сбор химических отходов, который сделал, ну, лучшим, наверное, образом. Это такая отдельная территория, огороженная, где надо принимать антирадин, разбросаны вот эти вот радиоактивные элементы. Ну и, конечно же, работа с тяпкой и лопатой тоже здесь присутствует. Я показал только то, что, на мой взгляд, ново и интересно. Можно было бы, конечно, еще углубиться и в работу медиков, показать, как здесь выполнена работа полицейских. Здесь вообще очень много еще что можно показать. Тут даже продукты питания и то какие-то свои модельки. Очень много всяких интересных фишек, но я думаю, что вот все остальное вы уже посмотрите сами, когда зайдете на этот проект после его открытия. Недавно прошло ЗБТ, сейчас на днях будет ОБТ, и после чего, естественно, будет открытие. Ну, а у меня, наверное, на этом все. Это была завершающая серия из цикла «Проект Prime Life». Если вам понравился данный обзор и, конечно же, данный проект, то подписывайтесь на канал, переходите по ссылкам в описании в группу ВКонтакте проекта Prime Life, следите за новостями. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго.